Сельское хозяйство в Варшалынском районе является одной из основных отраслей в экономике. Объем промышленного производства в районе составил 53 миллиарда тенге за 9 месяцев текущего года. Были проведены масштабные работы в направлении обрабатывающей промышленности и электроснабжению. Стоит отметить, что инвестиции в основной капитал выросли более чем в 2 раза. Адресная социальная помощь оказывается отдельным категориям нуждающихся граждан. В текущем году на это из областного и районного бюджетов выделено 40 миллионов тенге. В этом году прибыль от сельхозпродукции составила 25 миллиардов тенге. В настоящее время уборочная кампания полностью завершена. Средняя урожайность зерна составила 5,3 центнера с гектара. Всего собрано 195 тысяч тонн продукции. В районе создано 8 ферм мясного направления с общим количеством 873 головы и одна молочная товарная ферма на 55 голов. В настоящий момент на стадии реализации находится проект «Темир-Агро» мощностью 600 голов молочно-товарного производства. На настоящий момент ведется строительство баз. В селе Жалтырколь ведется строительство 3-й этап птицефабрики по производству мяса птицы ТО «Дала-Агро». Проектная мощь составляет 6 тысяч тонн мяса в год. Реализация данного проекта в итоге позволит создать более чем 120 новых рабочих мест. В Варшалынском районе были проведены ряд работ по модернизации жилых домов и инженерных инфраструктур. Также решаются поэтапно проблемы коммунального хозяйства. На отопительный сезон 2023-2024 годов на эксплуатацию коммунальных котельных и закупку угля выделены средства в размере 523 миллиона тенге. На эту сумму было приобретено 5 котлов и заменено электрооборудование. К центральной котельной было подключено 5 многоквартирных домов. Отопительный сезон начался вовремя. Одним из главных вопросов, конечно же, остается состояние жизнеобеспечивающей инфраструктуры. В данном направлении в районе реализовывается 21 инвестпроект. Учитывая динамику роста населения такого предстоличного региона села, как Жибек-Жылы, основная часть этих проектов реализуется именно на территории сельского округа Жибек-Жылы. Вот если взять суммарно, в суммарном выражении, общий бюджет составляет 19 миллиардов тенге, из них 12 миллиардов на развитие инфраструктуры направлено именно на Жибек-Жылы. В 4 селах района было сделано уличное освещение общей протяженностью 15,2 километров. Работы в данном направлении планируют продолжить в следующем году. Для решения проблем с качеством автомобильных дорог в текущем году было выделено порядка 12 миллиардов тенге. Отремонтировано на эту сумму 111 километров дорог в 9 населенных пунктах, включая 2 дороги областного значения. Еще одним социально важным проектом остается газификация населенных пунктов. На сегодняшний день в районе газифицировано 16 населенных пунктов. В 2024 году планируется завершить реализацию проекта строительства газовых сетей в селе Жибек-Жылы и подключить жителей села Жибек-Жылы к газовым сетям. Вероника Цветкова, Сабырбек Шериазданов, Кукше, Акпарат.